Карельские предприятия должны продавать больше конечного продукта и по возможности отходить от продажи сырой древесины. Об этом заявил глава Карелии Артур Парфенчиков во время визита в один из петрозаводских деревообрабатывающих цехов. Он посетил предприятие NSC Technology, которое производит фасадную доску по скандинавской технологии. Доски здесь калибруют, распускают, профилируют и сразу грунтуют. Здесь же продукцию окрашивают в необходимые цвета под запрос клиентов, и фасадная доска готова к монтажу. Заместитель директора компании Альберт Горин рассказал главе региона, что предприятие планирует расширяться, поэтому нуждается в новой площадке для размещения производства. Артур Парфенчиков, в свою очередь, отметил качество продукции и пообещал максимальную поддержку по ее продвижению. Мы сейчас вот как раз поставили себе задачу на 2023 год разработать отдельную программу по стимулированию развития производства конечной продукции из древесины на территории Республики Карелия. Поэтому здесь, конечно, будут наши приоритетные меры поддержки на 2023 год. Дальше посмотрим. Глава Карелии также рассказал, что карельская фасадная доска должна начать поставляться в другие регионы страны. В частности, уже обсуждались южные направления, такие как Краснодарский и Ставропольский край.